вот не над лицом пациента, да, потому что может прыснуть. Вот, количество препарата. Угу. Разносим вот так по своим пальчикам и наносим на центр. Вот, все. Теперь времени экспозиции у нас нет, мы ждем появления ровного белого налета. У всех пациентов это может быть по-разному, да? У кого-то через минуту уже все, налет готов. Максимум был у моей коллеги у одной 15 минут, она ждала на одной пациентке. Вот, то есть у всех индивидуально, у всех по-разному. Это может быть, еще раз повторю, минута, две, пять. Вот. Ну, больше 5 минут, вот среднестатистически, редко-редко очень бывает. Да, ну, медленно у нас, да? Видите, вот здесь начинает проступать. Эх. А от чего зависит вообще? Ну, от микроциркуляции зависит. А от чего еще, вот честно, не могу сказать. Угу. Вот. От микроциркуляции это выяснили на одной пациентке, да, у которой нанесли припилинг, и тоже вот ждали, нету и нету налета, но уже вообще, уже и донанесли везде, но уже все, однозначно везде нанесен препарат. А у нее одна половина покрылась налетом, а вторая вот никак, вот хоть ты тресни. А потом выяснилось путем опроса, что у нее нарушение кровоснабжения позвоночной артерии. Вот. И видимо, за счет этого. В итоге она потом покрылась, но это вот как раз-таки было минут через 15. Мы можем попробовать на коже чуть донести. Под глаза можно? Я под глаза вот здесь наносила, да, у нас. Если мы работаем целенаправленно с глазками, мы наносим прям близко-близко до ресничного края, оставляем буквально миллиметра три. Там можно оставить, ну, потому что мы еще сверху будем нейтрализатор, да, накладывать, чтобы место для нейтрализатора осталось. Так, в это время мы размываем салфеточку. Пациенты потом активно участвуют в процедуре. Они сами лежат, разминают салфеточки, тюбики. То есть вам в последующем даже напрягаться не придется. Ну, смотрите, она вся в пене, вот там внутри даже все влажное. Разворачиваем. Не нужно вытирать вот так, да, скомков, это будет большой расход. Я беру вот так, на один или на два пальчика накручиваю, да, вот так, и убирается. Мы не будем ждать полностью. Ну, здесь купероз, да, действительно, с такими пациентами очень аккуратно, да, мы поступаем. Вот пилинг Ай на все лицо, вот прям замечательная альтернатива, потому что все равно нужно помогать отшелушиванию, да, которое у нас... Естественно, снижается темп. Вот. С возрастом нужно все равно помогать. Дочка, я не могу говорить. Чего ты на поле? К 5. Можно, только чуть-чуть все целую. Ну, слегка грязненько. Если пациенты, пользующиеся тональным кремом, да, и пудрой, даже если вот они пришли умытые, но между роговыми чешуйками у них вот все позабитое, на салфетке все вот эти следы будут. Да? Угу. Загрязнение.